На создание знаменитой камеры Polaroid Лэнда вдохновил вопрос его дочери. Когда Эдвин Лэнд сфотографировал ее, девочка расстроилась, узнав, что отец не может прямо сейчас показать ей получившуюся фотографию. Вместо того, чтобы объяснять дочери, почему это невозможно, Лэнд задал тот же вопрос себе и очень скоро понял, что претензия дочери абсолютно верная. Создать фотоаппарат, делающий мгновенные снимки, возможно.